Для отработки правильного грибка кролем выполняем упражнение, в котором работает только одна рука. Другая рука может находиться как вытянута вперед, так и у бедра. Данный вариант с прижатой рукой рекомендуется выполнять тем, у кого при обычном кроле в координации во время вдоха в любую из сторон противоположная опорная рука проваливается. В этом упражнении надо сначала сделать вдох в сторону прижатой руки, именно прижатой. Возвращаем голову в исходное положение и сразу начинаем делать грибок. Особо важно обратить внимание на момент начала грибка. Его нельзя начинать, пока голова не вернулась. Вы должны видеть, как рука начинает захват. Но и слишком сильно разделять момент возврата головы и начала грибка тоже не стоит. Весь бассейн работает одна рука, в обратную сторону другая.